Всем привет! Меня зовут Нармина, и сегодня я бы хотела вам показать свой дневник. Он такой черненький, неприметный, маленький. Но тема мне не нравится, то, что без всяких блесток. Не розовый, без рисунков, без всяких там спанчбобов. Хотя против спанчбоба ничего не имею. Он такой элегантный, взрослый и кожаный, такой приятно кожаный. Не настоящая кожа, искусственная. Кажется, когда ты ведешь дневник, это такое какое-то магическое, интересное вообще вещь. Так как ты, когда что-то там делаешь, что-то там рисуешь или клеишь, ты как будто оставляешь на каждой странице частичку себя. И, например, пройдут года, вы найдете вот эту частичку себя в прошлом, откроете и посмотрите, например, о чем вы думали, о чем вы переживали, что вы вообще, какие у вас ценности были в жизни, наверное, так сказать можно. Так как, например, я вот, ну возьмем, например, вот этот рисунок, да, вот это, не, здесь плохо видно, вот этот. Я сразу вспомню, о чем я думала, о чем я переживала, и вообще я рисовала это, когда я была, болела. Так что вот. И сегодня я вот хотела именно с этим с вами поделиться, что там у меня нарисовано, и показать вам страниц. Не знаю, сколько получится, столько несколько страниц хотела бы вам сегодня показать. И давайте начнем. Сейчас пойдем на улицу, нам будет хороший свет, и я вам на травке покажу все мои рисунки. Вот так выглядит мой дневник снаружи. Так, мы его потом берем, вот так открываем. Здесь мы видим нашу первую запись. Рисовала я уже, наверное, давно, уже, наверное, полгода назад. Я срисовала эту прекрасную девушку, великого художника Климта, который был, восхищался женской красотой так же, как и я. И потом здесь уже сама фантазия, или я где-то в интернете увидела, уже не помню. Короче, от нее такой идет как ошейник, привязанная ленточка, идет к сердцу. Но когда, это я уже сама точно придумала, когда дело идет до мозга, ленточка просто отсыхает. И уже понятно, что девушка смотрит таким влюбленным взглядом, и уже мозг у нее давно уже не работает. Это я тоже пыталась рисовать портреты простыми фломастерами, вот этими промаркерами. Это вот у меня они только появились тогда. Этот рисунок я уже, наверное, сказала. Я рисовала, когда болела, и смотрела Екатерину вторую сериал. Очень мне понравился, кстати. Люблю историю нарисовать. Так, еще я люблю ставить везде даты, чтобы уже помнить, когда это нарисовано. Нарисовано 8 февраля 2014 года. Ой, это 100% 15 год. Я просто... Ну, вы знаете же, всегда путаешь после этого. 100% 15-й год, потому что я его только недавно завела, не могла я его уже год назад завести, так что вот, надо исправить. Следующий рисунок у меня нарисован недавно. Я так их рисую не просто так за страницей страницей, а просто вот где попадется, там рисую. Наклеила такую безумно красивую картину, и вот такой вот у меня портрет 22/4 нарисован совсем недавно. О, это посвящено нашему любимому Петербургу, в который я безумно хочу попасть. И вот этот, вы сразу, наверное, узнали этот, ой-ой-ой-ой, это безумно красивое здание, нарисовано 7 марта. Так что вот, безумно красиво, и здесь оно вообще должно было в черно-белое быть, но я туда добавила карандаша, чтобы смотрелось баще. Так что вот, здесь, это здесь, видите, недорисовано, здесь еще должно быть The Sun. Здесь планеты я рисовала, тоже в интернете увидела. Но он еще не законченная работа. И вот, наверное, вы сразу узнаете, фанаты «Игры престолов». И вот нарисовала. Ну, лицо, конечно, я не пыталась, чтобы как у нее было похоже, потому что я совсем с другой модели рисовала ее. Но я здесь чисто рисовала волосы. Мне вот, мне нравятся ее волосы, я прям фанат таких волос. И нарисовала, ну, наклеила, то есть, такую картину. С этой, конечно, немножечко жутковатой, но очень интересная история. Я увидела как бы погребальный, ну или как сказать, статую на кладбище. И она мне безумно понравилась, я ее нарисовала. И потом так разбрызгала капли крови. Ну, не мои капли крови, это простая гуашь. Кисточкой было интересно ее капать. Все заляпала, абсолютно все. И вот нарисовано 12.02. И я помню, что когда я ее рисовала, я смотрела «Сплетницы». И там был такой момент, это был... Ой, не «Сплетница», что я говорю? «Милых обманщиц». Вот мне безумно сейчас нравится этот сериал, я уже на 5 сезоне, на тот момент я была где-то на 2. Это я напечатала на простом принтере в черно-белом, и оно как-то смотрится так винтажно, красиво, старым. И нарисовала такую модель 25.02. Просто использовала черный просто карандаш простой и черная гелевая ручка. А вот это вообще, это мой самый любимый рисунок. Он безумно простой, но безумно красивый. Я его, вот его я срисовала, но он просто офигенный. Не будь засранцем, это Don't be a cheat lord. Это просто превосходно. Потому что я всех называю засранцами. Людей плохих. Так, видите, здесь не нарисовано. Ну, эта девушка мне не очень нравится. Так.
И вот, вы, наверное, уже, наверное, видели, это знаменитый вообще рисунок, который по всему интернету уже разошелся. Конечно, это не мой, придуманный самой мной, но я его срисовала. Имеется в виду здесь, как вот, в чем вообще фишка? Вы ставите точку, и все, поехали. Вы не отпускаете вашу ручку вообще ни на минуту. Имеется в виду сразу вот, если вот волосы рисуют, вот так вот делаете линию, идете к бровям, потом к носу и так далее. И вообще ни на минуту вообще не отпускаете ручку. Так что вот. И наклеила луну. Мне кажется, это безумно прикольно. На простом принтере начала. Это портрет простой. Это портрет акварелью. Вот это, видите, мне потом надо заклеить, чтобы вот этого не просвечивало. Или что-то здесь нарисовать. Ну, заклеить бумагу, потом нарисовать. И какую-нибудь красивую картинку. Здесь у меня коллаж тоже не готовый. Этот коллаж, вообще эту страничку я посвятила Грейс Келли, великой и моей вообще наилюбимейшей актрисе. Это я из журнала повырезала. Восхищаюсь ее красотой. Вот этот рисунок я сама придумала. Хотя у нее, мне кажется, должно уже было бы ей волосы завязать, бы как бы заколоть. Ну ладно, что ж, получилось. Я, видите, здесь больше обратила внимание на всем вот этом кружеве. Вот вырисовывать маленьким лайнером. Корректором. Или нет, как он там называется, не помню. Вот так я иногда бываю наклеиваю. Вот моя красота. Вот. Ну, я в следующий раз что-нибудь нарисую, здесь надо подклеить, потому что сейчас вы увидите самое прекрасное, что у меня снимки. Это вот это. Я это срисовала, я увидела в интернете и просто вообще ахнула, какая это же красота. Это Ахматова, здесь ее портрет должен быть, которым я очень тщательно работаю, потому что я хочу точно-точно скопировать это, чтобы без всяких там изъян было. И мне кажется, человек, который это придумал, просто гений. Это просто такая красота. Написать строки, это вообще в небе, и это безумно красиво. И над этим я сейчас работаю на данный момент. Что у нас? Ну, здесь еще много есть рисунков, но я вам не буду их показывать, потому что покажу их в следующем видео. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мне очень безумно понравилось самой делать такое видео, потому что это такое какое-то душевное состояние, когда ты показываешь свои рисунки, делишься своими, я не знаю, своей частичкой душой. Так что, если вам понравилось, всем пока. Надеюсь, вам действительно понравилось. Так что, если хотите увидеть еще подобное видео или увидеть еще больше рисунков, потому что у меня их очень много, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и до следующего видео.